Активізація знешньоекономічної діяльності, притягнення прямих інвестицій і створення нових працівних місць. Менавіти такі накірунки будуть найбільш актуальними для економіки регіону у 2017 році. Така інформація прогучала на посядженні Гродзенського облвиконкома. На зустрічі, яка традиційно проводиться наприкінці года і задає темп на новий період для усіх галін, були огучені інші прогнози соціально-економічного розвитку в області і розгляджений проєкт бюджету на наступний год. Юрій Корнялович, подробязні. Як означалося на посяджені виконкама, дякуючи зниженню затрат на предприємствах, повышению дисципліни і притягненню інвестицій удасться повысить реальні доходи насельства, а значить повеличиться внутренний товарооборот, буде развиваться гандаль. Спрогнозовано повеличение экспорту товару послуг, а гэта прамые валютные поступления в регион. Так, экспорт будовничих послуг повинен взрасти до 150% от тюлетня показчика. Безвизовый режим на Августовском канале будет сприять развитию туристичной галины. Рост валового регионального продукта будет обеспечиваться за счет развития всех сфер, видов экономической деятельности. Мы прогнозируем, что положительный вклад в развитие внесет и промышленность, и строительный комплекс. Кроме того, поставлены задачи сегодня по достаточно большим темпам по развитию внешнеэкономической деятельности, которую мы планируем обеспечить за счет загрузки предприятий, перерабатывающей промышленности. У наступном ходе прогнозуется и валовый прирост сельскохозяйственной продукции на 105%. У районах планируют оптимизовать работу СПК, увеличить посевные площади под зерневые и сократить сельхозкультуры, попыт на которые за прошлые годы изменился. В 2017 году всеми категориями хозяйств необходимо произвести продукцию на сумму 2,3 триллиона рублей. При этом в общественном секторе планируется производство 1,8 и в домохозяйствах граждан 425 миллионов рублей. В растениеводстве рост будет обеспечен за счет повышения продуктивности сельхозугодий, так, чтобы произвести 1,6 миллиона тонн зерна. Сельхозорганизациям необходимо увеличить намолот зерновых почти на 35% к 2016 году или 5,5% среднепоказателю за три последних года. А кроме повестки дня, по прогнозах социально-экономичных развития региона, удельники выконкама ознакомились с основными пунктами головного документа в области – бюджета на 2017 год. Традиционно складываться он будет за кошт поступления от промысловости, сельской господарки, сферы послуг и прямых замежных инвестиций. Как прогучало на посяджении, и в наступном годе региональный бюджет заховая социальную накерованность.